Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами з'ясуємо, наскільки жінкам важливо любити саме себе, щоб потім дарувати цю любов іншим. У нас сьогодні в гостях дуже красива жінка, практичний психолог Олена Кітриш. І разом з нею ми зараз і будемо з'ясовувати, наскільки жінкам важливо любити саме себе. Еленочка, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня в студии Елена Прекрасная. И, телезрители, я хочу вам сказать, что это не случайно, потому что весна, женщины, ну, впрочем, мужчины тоже оживают. А что может оживить мужчину? Конечно, красивая женщина. Елена, будьте добры. Итак, сегодня тема нашей беседы накануне 8 марта, конечно, такого замечательного весеннего и радостного дня, чтобы мы узнали, насколько женщинам важно любить себя. Потому что как-то одни любят себя слишком, а другие не любят себя совсем. Попытаемся во время нашего прямого эфира найти эту золотую середину. Женщинам нужно любить себя? Конечно, дорогие мои, конечно, нужно любить себя. И я не фея, не волшебница, но мне хотелось, чтобы у наших женщин было больше счастья, больше радости, больше улыбок. И сегодня мы будем говорить о женщине, о ее величестве, женщине. Мне бы не хотелось называть имен какого-то социального статуса, семейного статуса. Просто женщина, не возраста, потому что женщина, она возраста не имеет. Женщина всегда красива, всегда прекрасна. Это хранительница очага, это мать, это богиня, это радость, это вдохновение, это муза. Поэтому о женщине можно говорить бесконечно, и я люблю эту тему. Я люблю, естественно, себя, потому что мы должны любить себя, и каждая женщина должна любить себя. А вот насколько это реально, да, вот такой вопрос. Вот реально в условиях сегодняшнего дня. С одной стороны, есть женщины, которые уделяют внимание только себе, да. А другие женщины не уделяют себе внимания, потому что ссылаясь на то, что им некогда, и они очень заняты. Да, вы знаете, легче заботиться о ком-то. Тяжелее любить себя. Действительно, это тяжелее, потому что это большой труд. Труд как внешний, так и внутренний, как интеллектуальный, так и моральный. Так мы пришли, мы заботимся о ком-то, да, мы таким образом дарим любовь. Мы забываем о себе, а женщина забывать о себе не должна. Вот. Женщина должна в первую очередь помнить о себе, любить себя, и это не эгоизм. Вот у меня спрашивают женщины, да, на семинарах, на тренингах, может, это эгоистично, да, любить себя? Нет, это не эгоистично, потому что мы знаем, когда мы переполнены любовью, она льется через край, тогда мы можем дарить ее. Когда приходят к нам гости, и мы хотим их покормить, да, а наша кастрюля пуста, мы можем их покормить? Естественно, нет. Поэтому важно наполнять свою чашу, наполнять себя, любимую, этой любовью, признаваться в себе в любви, хвалить себя, в общем, радовать себя, баловать себя. И это то, что женщине просто жизненно необходимо. Елена, баловать себя, каждая женщина балует себя по-своему. Кто-то может съесть шоколадную конфету, кто-то может купить себе шубку, кто-то машину. А вот если обобщить, баловать себя, это что значит? Позволить себе лишний час поспать, а если не позволяют обстоятельства? Вы знаете, по статистике сейчас наши женщины, больше половины женщин хронически не досыпают. Хронически. А мы знаем, здоровье, красота, она зависит от того, насколько у нас качественный сон, как много мы спим. И это очень важно. Даже тут лишний час, когда женщина уделит себе и просто поспит, просто отдохнет, просто расслабится. Вы знаете, женщина не должна только акцентироваться на своей внешности. Вот, например, Растен, он сказал, «Багато хто стурбований своєю зовнішністю, але мало хто стурбований своїм внутрішнім станом». Да? Вот. Красота, она не только должна быть внешняя. Мы должны замечать красоту повсюду. Вот. И баловать себя, поехать на природу, поехать в лес, поехать в парк, наслаждаться пением птиц,
постоять под лучиками солнца. И это тоже относится к любви к себе, к балованию себя. А вот если даже нет, например, времени куда-то поехать, можно просто, идя даже по улице, телезрители, поднять голову кверху и говорить: «А, мама дорогая, там же ж небо, оно еще и голубое». Конечно. Можно так? Конечно, мы все делаем, стрессовая жизнь, быстрый темп, движение. Мы часто не видим, вот все, что нам надо, это оно бесплатно. Оно бесплатно. На это деньги не надо. Солнышко, небо, теплота, воздух, пение птиц, травка. Все бесплатно. Взять любимого за руку, взять деток, пойти прогуляться и получить от этого массу удовольствия. А вы знаете, Леночка, дело в том, что вот мы с вами встречались, помните, осенью, и мы говорили о осенней депрессии, которой подвержены многие люди. Весна расцветает, все обновляется, все, все мы движемся вперед к молодости, к рассвету, но одновременно с этим скрывается еще одна опасность, то есть существует и весенняя депрессия. Да. Как такое может быть? Вот почему все вокруг так прекрасно, и птицы поют, и небо голубое, и солнце блещет, а на душе тоска, и человек угнетается. Угнетается, потому что идет обновление, а организм немножко истощился. Да, праздники, осень, зима, перепады погоды. Это все влияет на наше настроение. Это все авитаминоз, уже как бы фрукты, да, мы кушаем, но они не того качества, которые полезны для нашего организма. Какое-то идет эмоциональное выгорание, потому что мы работаем в основном в сфере с людьми, да. Даже если и не с людьми, все равно у нас постоянно какие-то стрессы, конфликты, переживания, и человек, как правило, истощается. Ведь то, что мы говорили, мало солнышка, да, мало солнечной энергии, которая нужна нам жизненно, когда вырабатываются гормоны, серотонин, когда эндорфины вырабатываются. Больше надо радоваться. Вот та же природа, она даст то вдохновение, которое сейчас нам нужно. Выезжайте на природу, берите своих детей, любимых, вот, и настроение улучшится. И результат обязательно явит сам себя, да, самым, да, положительным образом. Да. Елена, будьте добры. Мы сегодня, у нас такая женская тема, и, конечно, каждая женщина, она думает о своей внешности, ну, каждая же, ну, я думаю, что каждая женщина, правда, телезрители, даже та женщина, которая не думает, все равно она думает о своей внешности. И говорят, что нет некрасивых женщин. Вот на вас посмотришь, ну, красавица, телезритель, ну, правда, красавица. Но не все женщины, не всем женщинам Бог даровал красоту совершенную. Вы знаете, были американские исследования, и вот они собрали 100 фотографий, и испытуемые были мужчины. Показывали эти фотографии и просили выбрать 10 женщин. Они были полненькие, худенькие, брюнетки, блондинки, высокие, маленькие, разного возраста, молоденькие, женщины преклонного возраста. И вы знаете, ни одна фотография не осталась обделенной. Ни одна. Это говорит о том, что каждая женщина может нравиться мужчинам. Главное, чтобы женщина нравилась себе. Вот, как Коко Шанель сказала, посмотрите на женщину, которая притягивает взгляды, как она заходит, как она садится, как она говорит. В ее манере есть определенный стиль, и это делает ее именно, она – это она, понимаете? И эта женщина, она независимо, высокая, маленькая, худенькая, она должна подать свой стиль, как бы… сделать сама себя, вот, создать свой образ сама. И не обязательно это, как я уже говорила в прошлых передачах, это красота внешняя. Красота в зеркале – это отражение наших мыслей. Может, красивая женщина, которая не любит себя, и постоянно находить 1001 причину, да, не любить себя и где-то находить какие-то недостатки. А мы такие женщины. Поэтому не обращаем на свои недостатки. Принимаем себя такой, какая мы есть. Вот. И есть аффирмации. Я люблю себя такая, какая я есть. Вот это должно быть как правило. Знаете, мойтесь в душе, принимаете, красите себя. Да? И вот говорим себе, я люблю себя именно такой, какая я есть.
Я привлекательная всегда. Помните фильм «Самая обаятельная и самая привлекательная»? Хороший фильм. Да, хороший фильм. И там же правда. Вот насколько героиня, да, она не любила себя, она комплексовала, она стеснялась. А там работала с ней психолог, подружка ее, и она говорила: «Ты самая обаятельная и привлекательная». Как она изменилась? Вот, полюбив себя, мы становимся красивыми. Мы излучаем красоту, мы излучаем женскую позитивную энергию, а мужчины эту энергию очень сильно чувствуют. Если женщина закомплексована, если, знаете, что такое плохая фигура? Плохая фигура – это испуганная фигура. Ух ты! Да, это испуганная фигура, когда женщина стесняется сама себя, она комплексует, она боится, она не принимает саму себя, и, естественно, она всем поведением показывает это. Поэтому принимать себя целостно, принимать свое тело. Тело каждого человека уникально и неповторимо. Мы уже тоже об этом говорили. Приняв себя, полюбив себя, мы будем излучать красоту. Вот, кстати, иногда бывает такая ситуация, когда говорят: «Ой, боже мой, ну что в ней находят? У нее постоянно кавалеры, поклонники и так далее, и некрасивая, и то, и все, а вот куча у нее поклонников, а у другой и красивая, и хорошая, и скромная, ну, в общем, и никого нет». Это, то есть, наверное, что-то внутри женщины. Вы знаете, есть определенные типы женщин, определенные типы. И вот первый – это королева. Королева. Королева – это женщина, которая излучает интеллектуальную энергию. Как правило, она знает себе цену, она любит себя, она может себя подать, она может себя отстоять. Вот, вот такая королевская у нее манера. Есть женщины-девочки. Девочки, которые излучают эмоциональную энергию. Они вот такие непосредственные, болтушки, они такие веселые, смешные. Даже если они в возрасте, они молодежно одеваются. Вот. Это эмоциональная энергия. А мужчинам в первую очередь от женщины нужна энергия. Не так, как мы думаем, красота, да. Вот, мужчинам вот нужна... Вот они какие мужчины, да, мы должны... вы такие опасные особи. Мы должны мужчин вдохновлять, да, вдохновлять. Женщина, она муза. Мы сейчас входим в эру женственности. И женщина должна духовно развиваться. И вот именно девочка, она дает вот эту эмоциональную энергию, да, мужчине. Есть женщина-хозяйка. Хозяйка – это когда излучает материальную энергию. Это хорошо. Для нее важна семья, быт, дети. Она не купит себе платье, но она купит скатерочку, да, в дом. Вот. Но при этом нету в ней тех качеств, да, королевы или девочки. И последняя, последний тип женщины – это любовница. Любовница, которая излучает сексуальную энергию. Как правило, эти женщины ярко одеваются, ярко красятся, у них много сексуальной энергии. Но в идеале, когда у каждой женщины будет 4, вот сбалансированные 4 энергии. Где-то она будет хозяйкой, где-то на работе она будет королевой. Дома иногда может быть девочкой. Вот. Главное – преобладание 4 энергий. Когда будет женщина наполнять этими 4 энергиями, будет достаточно мужчине для того, чтобы расти, зарабатывать и становиться лучше. Ну да, если учесть, что все-таки женщина вдохновляет мужчин. Да. Да, мужчины? Вас женщины вдохновляют? Не деньги, а женщины. Женщины. А деньги уже нужны для того, чтобы тратить. На женщин. Да. Елена, а знаете, есть еще один тип женщин, о котором вы не упомянули. Это женщины, которые любят мужской стиль. То есть сплошные только брюки. Ну, брюки, в брюках нет ничего плохого, в джинсах. Но, тем не менее, есть и только брюки, только короткие стрижки. И, естественно, и поведение тоже приблизительно к мужскому. Такие женщины, они тоже нравятся мужчинам? Или вот они почему-то приняли на себя такой образ и уже не могут из него выйти? Им комфортно, но насколько комфортно мужчина рядом с такой женщиной? Мы знаем, что сейчас женщины всего мира, они как бы борются за права, да, быть как бы изначально, исторически так сложилось, что мужчина главнее, да,
и нас много веков уверяли в том, что родиться женщиной – это сомнительная привилегия, да, вот при дворах королевских они ожидали кого? Ну, мужчины-наследники. Да, да, чтобы родился мальчик, а если девочка, они что, расстраивались? И вот как бы вот исторически так сложилось, что у многих женщин как бы пренебрежительное отношение к женскому началу, а у нас у каждого есть и женское, и мужское начало. Вот если немножко предыстории взять, то религийский миф – это что женщина создана из ребра Адама, да, вот, как и написано, сперва мужской был создан пол, потом, окончив школу, творец Вселенной перешел к прекраснейшему полу, вот. А в психологии написано, что женщина и мужчина, они были созданы одновременно, и назывались они андрогены, вот. А потом Бог их разделил на женщину и мужчину. Поэтому у таких женщин, как правило, превалирует мужское начало, больше мужского начала, вот такое мускулинное. Да, я люблю одеваться, люблю платья, и общаюсь с продавцами в магазинах, и мне часто говорят, что много таких сейчас девочек, особенно молодых, которые не девочки, а мальчики. Такие унисекс, да? Да, унисекс, не девочки, а мальчики. Но я думаю, что если с научной точки зрения, то это доминирует вот то мужское начало, вот то течение, что мужчина главнее, мужчина сильнее. Нет, это было раньше, когда ценились более другие качества, да, сила, выносливость. А сейчас вот уже раньше. Не ценится, Лена? Сейчас больше ценится интеллект. Больше ценятся духовные качества, дипломатия. Вот если мы видим много женщин сейчас и в политике, да, вот если раньше только мужчины, а сейчас мы уже видим и женщин, они берут бразды правления и очень даже успешно, при этом не теряя свою женскую индивидуальность. Да, получается, Елена, получается, что женщины вытесняют мужчин с их исконных мест, мужчины этого не простят. Да, да, они не вытесняют, но они хотят сейчас равноправного отношения. Равноправного, чтобы ценили. Сейчас женщина современная, она может все. Она может все, мы видим, да, руководящие посты, политика. Но главное, чтобы она оставалась дома мягкая и женственная. Какой бы пост она ни занимала в государстве, на своей работе, главное прийти домой и оставаться женщиной, быть мягкой, быть где-то покладистой, понимаете? То есть прийти домой, снять корону, да, да положить да. ее в коробочку да. и стать да. просто женщиной. Да, но хотя сейчас женщины создают конкуренцию очень серьезную мужчину. Мужчинам, вот, и, как сказано, если больше было женщин в политике, то будет и спасено наше человечество, потому что мужчина, как бы, мы знаем, у него больше преобладает тестостерон, мужчины больше склонны к войнам, к агрессии, а женщина, она мать, она берегиня, ей свойственно что? Мир, спокойствие, гармония, безопасность ее детей. Вот, поэтому я приветствую женщин, которые в политике, которые занимают посты. Вы понимаете, Елена, но дело в том, что вот даже это феминистское движение о равноправных правах угу. мужчины и женщины, но мне кажется, что так не должно быть. Знаете почему? Потому угу. что мужчина и женщина – это разные люди. Да. Это люди с разных планет. Планет, угу. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Да, вы что? Да, да. Совершенно, это совершенно разное. Мы не должны быть похожи на мужчин. А мужчина ни в коем случае не должен быть похож на женщину. Мы как бы два полюса, два разных полюса одного начала. Поэтому не надо подражать мужчинам, не надо с ними соревноваться. Надо их любить, надо так, быть нежной, мягкой, быть женственной. Вот. Ну да, надо помнить телезрителям, что мужчины, они тоже люди. И тоже хотят, чтобы их любили. А чтобы их любили красивые женщины. Да, Елена? Конечно.
Красота, как мы сказали, это важно. Но еще важна работа над своим внутренним миром, над своим сознанием. Сознание – это сад, а сад – это участок земли. Да? Естественно, над внутренним миром мы тоже должны работать, очищать его. Обиды, переживания, расстройства – это все нас огорчает. Подрезать ветки старого дерева – это образно, да, говоря, обрезать эти веточки, очистить. Сейчас весна, сейчас идет омоложение. Вот заняться собой вот внутренне, в первую очередь внутренне, меньше критиковать себя, принимать себя, хвалить себя. Женщины очень мало хвалят себя, хвалить своих мужчин, принимать себя целиком и полностью, без критики. Вот знаете, быть терпимыми к себе, мягкими и терпимыми. Обычно мы говорим, что нужно быть терпимым к близким и к своим окружающим людям, тем, которые тебя окружают. А оказывается, еще и терпимым к себе. Естественно, терпимым к себе. Знаете, Орен Арнольд сказал: «Господь Бог, я молюсь о терпении, и я хочу его прямо сейчас». Это шутка, естественно. Я хочу его прямо сейчас, да? Мы хотим прямо здесь и сейчас быть красивыми, умными. Нет, это не может быть прямо здесь и сейчас, хотя мы должны жить здесь и сейчас, каждую минуту. Вот. Но это, знаете, Лао Цзи, он сказал, путешествие в 1000 миль начинается с одного шага. Постепенно. По чуть-чуть. Каждый день делаем что-то для себя. Если мы сделали 10 приседаний, мы похвалили себя, сказали, какая я умница, какая я лапочка, какая я молодец. Если мы отжались, если мы что-то сделали для своих волос, для своей внешности, какую-то масочку сделали, опять же, мы постепенно почитали какую-то книжку, да, позанимались спортом, погуляли в парке, понимаете? Вот. И уже какие-то шаги мы сделали как бы в рост себе. Вот как думает среднестатистическая женщина? Она думает, ну иду я на работу, ну лучше дольше посплю, да? Зачем мне там краситься, зачем мне одевать шпильки, зачем мне одевать платье, пусть оно лежит. Лучше нет. Одену штаны так, раз, в штаны, в берцы в какие-нибудь. Да, да, за 15 минут она проснулась, вот, быстренько собралась. Знакомая ситуация, да. Знакома, да? Конечно. Ну вот смотрите, зачем? Я дождусь 8 марта, или там дня рождения. Нет, не должна красивая женщина, женщина-богиня, а мы говорим сейчас о женщине, да, о богине, потому что у нас божественное начало. У каждой из нас, серьезно. Конечно, да, у каждой из нас заложен тот архетип, архетип богини, богиня Афродита, это богиня любови и красоты, богиня Артемида, это богиня охоты, богиня Афина, богиня мудрости, интеллекта, стратегические, понимаете, мы богини. Поэтому мы не должны так думать, мы должны прям завтра. Сегодня, красивое платье, одевать каблуки, подкрашиваться, приходить на работу красивыми. И так это должен быть стиль жизни. Вот, знаете, вот красивая женщина по данным статистики 20 века, это была Мерлин Монро, да, а уступала ей Одри Хепберн, да, и она сказала, если хотите, чтобы губы были соблазнительные, говорите только добрые слова, если хотите, чтобы фигура была идеальная, делитесь с ней с голодными. Вот. И еще что она подметила, очень Одри Хепберн, да, 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 да. Она подметила, что очень важно источник красоты – это глаза, женщины глаза. Они должны сиять, а особенно весной они не должны быть какие-то печальные, умраченные. Они должны светиться. И красота женщины также зависит от сияния ее глаз. Но для того, чтобы сияли глаза, Елена, это нужно, чтобы все в порядке было внутри женщины. Конечно, да. Чтобы и внутренний мир, как мы сказали, настроение влияет на внешность, а внешность влияет на настроение. Да, внутренний мир – это самое основное, это самое главное. И что там внутри? Естественно, нужно прорабатывать, нужно. У каждого у нас в доме есть что? Мусорное ведро, да?
мой мусор собрался, что положили туда и вынесли. Точно так и у человека мысленно должно быть мусорное ведро. Он должен ментально очищаться от плохих мыслей, медитировать, заниматься аффирмациями, очищать свое сознание. Тогда будет спокойствие и внутри, гармония внутри. И тогда женщина будет красивой. Елена, да. Эфир пролетел очень быстро. Спасибо вам большое, что вы украсили наш эфир, что вы пришли. И я думаю, телезрительницы, что вы все-таки запомнили некоторые советы практически нашей сегодняшней гости, практического психолога Елены Китрыш, которая очень переживает за то, чтобы вы, телезрительницы, были красивыми. Пожалуйста, будьте красивыми. Це була розмова на тему «На все добре».